Обычная типовая хрущевка в Сергиевом Посаде. 5 этажей, 6 подъездов, 120 квартир. Но вместо камеры мусоропровода – Серверная. Так решили сами жильцы. По периметру дома установили камеры видеонаблюдения, подключили их к системе, и теперь каждый житель, пройдя по ссылке, может посмотреть, что происходит во дворе. Ну, то есть, предположим, кинул кто-то мусор, да, вот он увидел, он посмотрел на время, и можно это сделать видео, в телефоне у себя оставить, потом показать или в полицию, или в администрацию, ну, вы понимаете, или в управляющую компанию. Ну, как вещдок, будем так говорить. Ольга Сионова, личность в Сергиево-Посадском ЖКХ легендарная. С тех пор, как несколько лет назад ее выбрали старшей по дому, она в делах сутки напролет. Проследить, как коммунальщики сделали ремонт, уладить споры между жильцами, навести порядок во дворе – это все ее работа. Вот этот подъезд участвовал в конкурсе. Вот он вошел в десятку лучших подъездов по Московской области. Надо брать. Это факт. Выбрать председателя совета МКД несложно. Нужно провести общее собрание жильцов и проголосовать за понравившегося кандидата. Для избрания достаточно простого большинства голосов. Ради чего, спросите, люди идут на эту должность? Управдом хоть и имеет льготы, но экономия – ничто по сравнению с потраченными силами. Как правило, старшие по дому – это жильцы с активной жизненной позицией. Ну и с наличием свободного времени. А много его становится обычно после выхода на пенсию. Вот он закрыл. Видите, что вода.